Эту песню на китайском языке студенты с ГИК исполнили в поддержку зараженных коронавирусом. Сняли видео и выложили на просторы интернета. Сегодня они исполняют ее во второй раз, эксклюзивно для Самары ГИС. За минуту до. Готовы, да? Все, поехали. Под аккомпанемент наставника начинающие музыканты запевают. Сначала всем смешно, репетиция без задора не репетиция, говорят артисты. Но с самой первой ноты лица заметно меняются. Песня слишком душевная. Анна Макухина одна из 35 солистов хора «СГИК». Признается, как только им предложили исполнить песню в поддержку жителей Китая, все с энтузиазмом согласились. Песня называется «Пусть любовь царит во всем мире». Конечно же, мы понимаем, о чем мы поем, и хочется поддержать жителей Китайской Народной Республики в такую нелегкую минуту. Люди умирают, и тут понимаешь о ценности жизни. Для записи видео ребятам потребовалась всего одна репетиция. Примерно за 2 часа музыканты разобрали текст на китайском, с которым столкнулись впервые в жизни. С первой попытки все удалось. Наставник хора Павел Плаксин признается, был в шоке, насколько быстро его студенты прониклись. Звук пошел, и вот эта вот внутренняя энергетика, которую передают наши ребята, не знаю абсолютно китайского языка, но та энергетика, которую они передают, они, конечно, даже меня зацепили. Ну, конечно, при исполнении слезы на глазах, не понимаю почему, но видим какая-то внутренняя энергия в этой песне, что она вот вызывает вот эти вот какие-то удивительные струнки, щиплет, что идут слезы. Первый раз, наверное, эти были какие чувства, о боже, что это за слова, как это исполнить? Да, наверное, такие были чувства. А сейчас уже это осознанно делаешь. Свое тепло, свой свет, свою любовь. Видео самарских музыкантов уже обошло все российские соцсети и стало популярным на китайских серверах. Мария Левина, Николай Сидоров. События.